Американский актер Боб Сагет скончался в возрасте 65 лет. Его тело было обнаружено в одной из гостиниц Орландо, штат Флорида. Днем ранее актер выступал в одном из соседних городов. Причины смерти не называются, но по мнению полиции речь не идет о преступлении. Боб Сагет получил известность благодаря роли в сериале «Полный дом», а также запомнился как ведущий одной из развлекательных телепередач.